Основная задача – это сохранение жизни и здоровья личного состава при выполнении боевых задач. То есть вернуть домой их сыновей, мужей, братьев. Вот. Научить их так, чтобы они, выполняя боевые задачи, вернулись домой живыми. Настрой у ребят боевой. Все прекрасно понимают, для чего они здесь находятся. Никого не приходится уговаривать. Все выполняют свои задачи точно в срок. Вот. И с желанием. Нет, кто переживает, боится там выполнять задачи. Все смело действуют. Вот. Я очень доволен своим личным составом. Потихоньку, помаленьку слаживается коллектив. Они прекрасно видят, что ихняя работа не проходит даром. То есть цели появляются, они уничтожаются. Вот. Военнослужащие видят силу русского оружия, российского оружия. Бывает тревожно, скажем так, ну, страшно всяко, когда рядом рвется. Конечно, бывает, что все мы люди, вот, но панике не поддаемся. Сохраняем горячее сердце и холодный ум. Вот, выполняем поставленную задачу, несмотря ни на что. Однозначно идем к победе. Но, тут никаких, как бы, не может быть и речи по-другому. Наше дело правое. Ну, обязательно победим весь этот фашизм, весь терроризм, который там происходит. Но добьемся своего, так сказать, добьемся мира на этой земле.